Дополнительные силы спасателей и техники прибывают в город Дальнереченск Приморского края. Река Малиновка продолжает подниматься, из-за чего жители района мясокомбината призывают к эвакуации. В угрозу подтопления у нас здесь предварительно попадает 50 домов. Со вчерашнего дня органами местного самоуправления организовано информирование населения. Сегодня с утра эта работа продолжается. Дополнительно к этой работе подключены сотрудники полиции. Непосредственно заходят в каждый дом, предлагают людям эвакуироваться. Пожарные и спасатели также заходят в каждый дом, оказывают адресную помощь. Именно поднимают бытовую технику, мебель поднимают на возвышенность. Для отсыпки дамбы задействовано 6 самосвалов. Из района крупозавода передвижными насосными станциями перекачивают воду из реки Белой в Большую Сурку, тем самым снижая риск подтоплений. В настоящий момент здесь порядка 39 пожарных спасателей находится. Плавсредство организовано. Дополнительно по поручению губернатора из Владивостока у нас проходит наращивание группировки. С МЧС России 15 спасателей следуют сюда, с собой плавсредство везут. Плюс дополнительно 2 пожарно-насосные станции. С агентства по гидротехническим сооружениям наращивание проводится инженерной техники. Это 2 экскаватора, 1 погрузчик и 2 самосвала. Продолжающиеся дожди в Приморье не позволяют стабилизироваться паводковой обстановке. Дорожные службы по мере схода воды восстанавливают проезды к населенным пунктам. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.